организаторы и участники БАА. Всех поздравляю сегодняшним торжественным днем. Тем более, что БАА всегда носит себе такой позитивный настрой, потенциал праздника, радости встречи, торжества. Все вы прекрасно знаете, что исторические баллы проводились по случаю праздника венчания королевских особ, дня их рождения. И вот с 14 века из Франции эта традиция, там зародившись, постепенно перешла и к нам в Россию. Начиная с Петра I, баллы у нас приобретают, так сказать, массовый характер. Сначала назывались не ассамблеи, и собирали в Петербурге и в Москве множество молодых людей разных социальных слоев. И было два направления балов. Это общественные и придворные. Но придворные, они были более скучные, более официальные, более чопорные, а вот общественные балы, конечно, они давали массу позитива, свободу для общения. И хотя каждый бал несет в себе не только традицию, но и четкую структуру, каждый танец следует своей чередой, они вызывали особую любовь, в том числе молодежи, потому что это было место культурного скопления людей, и можно было не только потанцевать, но и пообщаться, познакомиться с новыми людьми, завязать отношения. И вот среди краковян, подокатов, полька, полонез особенно любили мазурку. Почему? Потому что после мазурки можно было с дамой пройти в беседную комнату и там покушать чай, навести, так сказать, романтическую беседу и даже немного пофлиртовать. Таким образом, балы – это было не просто времяпрепровождение, какое-то увеселение, но и выстраивание отношений, что так важно, особенно для молодых людей. У нас одна из проблем сегодняшнего времени – это проблема живого общения. У нас есть у каждого телефоны, смартфоны, как называют их там, гаджеты, таким не очень положительным словом. И мы чувствуем нехватку живых эмоций. Мы в них нуждаемся. И вот свидетельством этого является полнота сегодняшнего зала. Очень хорошо, что современные баллы нам приносит не только историческую традицию, но и живое общение, радостное общение. И в то же время мы учимся с вами правильно общаться. Ну, кто из вас не знает, что бывает радость встречи омрачается тем, что мы что-то не так сказали, неправильно себя повели, и потом долго об этом жалеем. А как себя повести? Порой молодой человек даже и не знает. И вот здесь, на балах, выстраивается модель поведения, как себя преподнести, как можно повести, как нельзя, как ответить даме, как пригласить ее на танец, чтобы она тебе не отказала, а согласилась. Ведь желающих наверняка будет много. Бал помогает подчеркнуть красоту и изящество женской фигуры, в то же время скрыть некоторые ее недостатки. Где, как и на балу, можно говорить о красоте и женственности партнерши и о чести, достоинстве кавалера. Одним словом, бал – это не только движение в пространстве вперед, в стороны, но это развитие личности вверх, в духовно-нравственном понимании. Это я вам всем желаю, дорогие друзья, сегодняшний праздничный день, в первую очередь, конечно, радости. Радости праздника, радости общения, радости движения,
но и в то же время возрастание и в танце, и в культуре общения, и в духовно-нравственном понимании ценности человеческих отношений. С праздником, Царь! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Нам выпала высокая честь быть распорядителями 5-го межепархиального молодежного срединского бала 2019 года. Множество прекрасных ассоциаций вызывает слово «бал». Вихрь вальса, бомбезный с полонезом,